Ну как, оделся? Ага, все, я одел кофточку. Ну, попробуем. Что там она из себя представляет? Давай. Ну, такая легкая. Да. Угу. Да, да. Уже прохладный стал вечер, кстати, вот. Даже уже куртку пришлось одеть. Интересно, здесь виноград-то вообще не отвалился. А, вон он висит. Грузди. Граппа. Граппа. О. Ну да, маленькая. Почему-то, да. Не вызревают. Уже листья пожелтели. Да, кстати, вот там красиво. Да, он с той стороны. Уже эти желтые декоративные подсолнухи. Видишь, маленькие. Были же здесь, помнишь, какие-то здоровые в какой-то год. Здоровенные были. Видишь, в этом году как заплело этот дикий виноград-то. До окна. Окно не открыть. Он там наглухо как-то заделано у меня, что. Нифига. Видишь, этот по елке уже стал плестись. Этот вьюн. Вот. Да, да, да. Я тоже в этом году там лазил. Все это. А, вот я этот самый-то туалет сделал. Металлом-то. Красиво. Это вот те листы, которые остались от стройки, и вот... Красиво получилось. Ну да. Вдохновение было, видишь? Ну и вот с этими... Да, да, да. Ну да. Металл. А с той стороны, этот андулин. Такой остался, видишь, колес. Гора колес. Чьи колеса? Я вообще не знаю, что это. Лежат. Видишь, эти куски металла от того дома, вот я привозил от Светланы. Где мы были?
Ну вот. Уже рябина желтеет, уже по лесу береза, такие предательские деревья, они уже сразу же. Они начали уже с 1 сентября. Да. С 1 сентября. Ну ладно, сейчас тогда разведем огонь. Красиво так солнышко. И там Да. вечерний. Интересно, да, что там. А, тут тоже, С этим клапаном клапаном, будет да. мозг выносить. Ну ничего, сейчас. Оп. Вот он первый. Такой интересный оттенок, такой насыщенный. Ну, это 15 градусов. Всего? Ну да, не 19 никак. Что? Что желаете на выбор? Я всем показываю факи. Вот. Где там эти военных там показывают все такое. Майонез. Пошли они в задницу. Ну, здесь